Всем привет, друзья! С вами Алариэль, и мы продолжаем наше приключение в World of Warcraft. И на сегодня нас будет ждать это выполнение очередного квеста на получение апекситовых кристаллов. Да, нам их нужно набрать порядка 1000, да, там чуть меньше, может, штук 600-700. Вот, и вот, собственно, мы прибыли в эту яму. У нас сегодня квест именно здесь, в прошлый раз. Как вы помните, мы занимались тем, что освобождали Шатрат. На этот раз теперь нас будет ждать вот такой вот интересный квест. Но здесь я смотрю все как-то немножко посерьезней, да, чем было в Шатрате. Потому что здесь у мобов, блин, по 500 000 хп. И это внушает, причем очень внушает. Нужно не тормозить, нужно все по красоте тут отслеживать и отхил, и все остальное. А то можно и помереть ненароком. Оу, фак. Нехило он всадил так. Так, хорошо, этого не сагрили. Уже плюс. Аж 1%. Ё-моё. Ну, мне точно нужна помощь. Надо поспрашивать, быть может. Сами мы тут, похоже, не затащим. Даже если бы хотели затащить. Ох, мать честная, там вообще внизу по 1 000 000. Да вы шутите. Абзац. И как их вообще бить? Непонятно. Да. О, батраки. Будем батраков колупать. А это что? Ну, если там еще впряжется волк, то нам будет крайне-крайне плохо. Ах ты, засранец невосприимчив. Ладно, тогда пока. Полупим их. Понятно. Так, даю. Ох ты, а это что такое? Снимем его от греха подальше и запустим отхил, наверное. И плюс чередой убийств пройдемся. Ах ты, блин. Давайте его мы уберем. Да, ну, куда? Не разбойником, похоже. Похоже, абсолютный не вариант. Не вариант, ё-моё. Что ж делать-то? Да. Вот это засада. 15к, ни хрена себе. На комбо-то то, что нужно было бы. Но мы не комбат, и 15 косарей башлять за шмотку мы также не собираемся с вами. Чем мы собираемся? Патроны используемые. Нет, это нам не нужно. А это что? Учебное пособие. Интересно. Блин, и
И как же мне тут самому-то? Казак, замечательный. Ну, явно он не собирается со мной. Не собирается со мной что-то там проходить. Да. Ну, тоже какая-то княженция. О. Я ее даже если захочу взять, не смогу взять. Ладно. Будем шарахаться пока здесь. Или можно попытаться он спрыгнуть в яму. Быть может, там никого нет. Так, что это? Да, наверное, для меня самый возможный вариант это колупание этих батраков. И то. Еще вопрос, что это? А, можно княженцы собирать. Неплохо. Княженцы это гуд. Так, продолжаем фаршировать этих койотов. Главное только не забывать включать отхил, иначе он быстрее меня нафарширует. Но вниз туда спрыгнуть это вариант интересный. Там я смогу на полную раскрыться. Ой. Чё-то я, походу, завтыкал немного. Так, давайте отхил. Без отхила вообще не вариант. Маленькая кучка боеприпасов. Давайте возьмем. Ваниш, до свидос. Взяли и сбрились. А ты что тут читаешь, а? О, уже 10%. Замечательно. Так, а тут что у нас такое? Есть сомнение, что я его смогу убить. Но, быть может, попытаться. Если есть что перекусить. Но... О, есть. Блин. В зоне арены испытаний, да. Ну что, давайте попробуем. Чё нужно? Так, давай, запуск это. Так, что вот это за фиговина? Не знаю, но мы выйдем из нее. Не будем рисковать. Под ней стоять. Все, я понял, Ваниш. 35к. В принципе, убить... Ух ты, ё-моё. Убить его можно. Надо бы только отхилиться. Но как это сделать? А вот, в принципе, сейчас пойдем поколупаем дальше батраков и таким образом и отхилимся. Так. Что здесь у нас интересного?
Не поверю, что прям ничего. Стена и все. Печалька. Печаль, тоска. Ну ладно. Мы идем дальше. Оу. О, опять этот товарищ. Конечно, возможно, стоит подождать отката Ваниша. Вдруг я не смогу с ним, да, совладать, и он мне пропишет по первое число. Давайте подождем чуть-чуть. Так, друзья, в принципе, Ваниш у нас откатился. Мы можем попробовать этого товарища штурмануть еще раз. Давай, давай. Запускаем отхил. Пошел стан. И начинаем его шинковать. Запускаю и даю череду убийства. И добиваем засранца. Фух, это было жестко. Бочоночек. Ну а что? Вот это поворот. Нельзя, да? Жаль. Жаль. Какое-то орудие Гронна взял. Что, запрыгнем? Четверочка. А, гоню. Ох ты, ё-моё. Неплохо. Надо было только направить как-то. По-другому, Децл. Так, ну с этим понятно. Давайте, наверное, заберемся наверх. А наверху освободим теперь нашего товарища. Если сможем, конечно. В чем я сомневаюсь. Можем он батраков нашинковать здесь. Они падают за... Ох ты, блин, там что-то даже взрывается. Единственное, надо отхил. Отхил успешно запущен. Лежать. При атаке есть вероятность срабатывания эффекта взрыва. Прикольно. Теперь понятно, что это так подрывается здесь. Ща я вам тут всем раздам. Ох, как оно накрывает, а? Давай, давай, давай. Сливаем их всех. Я не знаю, стоит ли... Ох, не, на... Это я, блин, перестарался, мальца. Я уж подумал, я адски крут. Но меня быстро приземлили. Печаль, тоска. Как же так можно... Эх, не повезло, не фартануло. Ну ладно. Ну ладно, ну ладно. В принципе, 35%, да, мы с горем пополам наколупали. Наколупаем сейчас еще. Можно книжечки бегать, собирать здесь. Поэтому, я думаю, постараемся. Просто что, если бы мы были, блин, в группе, то с этим вообще никаких проблем бы не было. Все бы это дело делалось очень и очень быстро. Давай, получай. Так, запуск отхила.
Так, и быстренько перекусим. Замечательно. Где бы мне только еще книг найти? Ибо с них больше всего дропается. Так, аккуратненько. Не получить. Не получить в табло. Аккуратно. Прошли. Ох, сейчас я запущу эту штукенцию кому-то. Требуется 20 снарядов. Ё-моё. Оу! Стопэ, давай до свидания. Тут опасности, конечно, было. И ушли Ваниш и Кош. Ваниш, Кош. Вперед, вперед, вперед валим. Снарядов до... Ой, что это? Куда-то я провалился, мальца. Так. А, плюс 15 снарядов. Хорошо. Даже очень. В принципе, вон тоже есть снаряды, но... Мне от них ни холодно, ни жарко, так там... Так как там охраны, блин, больше, чем нужно. О! Аккуратненько. Бочоночек. Залутали. Княженцию. Туда же. Ай-яй-яй. Ушли в ваниш, точнее в стелс. Кабан уехал. Сейчас мы заберем себе эти припасы. И замечательно. Так, вон наверху еще. Ого, это рарник. Но рарник точно так же боится сапа. И это хорошо. Так, иди отдохни пока. Бочонок заюзали. Аккуратненько сюда проходим. Все, ушли. Что еще здесь есть интересное? О, еще книжечка. Так, есть, свалил. А то я думал, уж сейчас получу. О, еще бочонок. Бочоночек, бочонок. Ой, дальше еще и большой сундук. Круто. То, что нужно. Так, и у меня там, наверное, уже больше, чем достаточно. Так, что там свин подкрадывается. Так, пойдем. Пойдем сейчас запустим шар. Ух ты, повозка, что за повозка? Не знаю, что за повозка, но хочу для начала запустить шар. Потом вернусь, чекну повозку. Так, а ну-ка. Запуск. До свидания. З-
Замечательно вообще, так оно накрыло их там всех. И я доволен. Я очень доволен. Так, а что это? Взрывающаяся сигнальная ракета. Не, мы ее залутать не сможем, уж больно много здесь охранников. Даже можем сесть на маунт, наверное, так будет быстрее. Все, ушли в стелс. Так, где там тележка? Вон она, повозка какая-то. Сейчас прокатимся на ней. Оценим, что оно такое. Ага, ясно. Ох ты, ё-моё, да это огонь. А чё там у меня, закончились, да, снаряды, походу? Ага. Хоба, ушел в стелс. Опять дриней. О, ну я такой неплохой круг сделал, да? Давайте залутаем бочоночек. Залутаем эту штукенцию. И еще это. Давайте кристалл. Какая-то пусковая установка. Куда? Как ей? Не-не-не, давай отмена. Что-то это не то, чего я хотел. Я хотел вот, вот это мне больше понравилось. Запуск. Да, мимо, походу, я дал. Надо было туда в кучу отправлять. Но ничего. Юзаем. Давайте отправим нас куда-нибудь. Ох. Ой-ой-ой. Ага, фух, хорошо, хоть не разбились. Неужто это кто-то ко мне? Так, запустим еще этот шар. Что такое? Что-то, видать, не удалось. Наверное, я сильно долго целился. Но мой товарищ там с кем-то воюет. Только с кем? Ага, ясно. А где, собственно, сам хан-то? Что я не въезжаю? Жесть, но он артист, а? Ясно, короче, я сваливаю. Жестко. Запущу отхил. Его, в принципе, убить было бы возможно, если б хант меня дождался. Думаю, мы бы его завалили. Но хант крайне дерзок. Как ситро прям.
Так. Ого, 380 000. Блин, он походу переагривает черепаху свою же. Я держу в стане как могу. И чё тут у него? Ничего особенного. Да, дальше. У него есть флай. У меня флая, увы, нет. Приходится. Так, ну, и что, неужто опять помрем? Ну, я думаю, не помру, а вот товарищ мой не уверен. Ага, я понял. Сваливаю. Ясно, понятно, в общем. Так, ну что ж, с горем пополам квест мы сделали. В принципе, можно сказать, даже без сторонней помощи. Чего ты хочешь? Завершить. Так. На этом мы выполнили. И теперь... Где там легенда эта? Легенда, вот она. И теперь мне нужно отправиться в башню к магу. Ну что ж, вылетаем, друзья мои. Нам в вот сюда. Таладор. Что ж, встретимся сейчас с магом мы. И я думаю, наконец-то сдадим этот квест. Где он тут? Легенды. Эх, не вижу. А, вот она. Вот. Это хорошо. А, он у меня отслеживается. Передвинуть фронт в Награнд? Нет, это не то. Как он, блин, называется? Литейная пара-пара-папам. Где оно? А вот, волшебная сила Дренора, так и называется. Ну что ж, хорошо, сейчас сдадим этот квест и поглядим, что же нас будет ожидать дальше. Мне уж самому интересно, то я как-то не спешил особо с выполнением этого квеста. Он у меня так висел. Потихоньку я там как-то ходил на эти дейлики. Что-то по чутку там выполнял, делал. Сейчас пойдем посмотрим, что нам Кадгар предложит-то. Так, практически прибыли, друзья мои. Даже не практически, а на месте. Телепортируемся. Давай. Понеслась. Перелетаем в башню. Заныкался он, конечно, добротно. Здесь даже не поспоришь.
Охранников себе таких наставил. Ого. Созерцай и мысли. Итак, волшебная сила Дренора. Что, принес кристаллы? Надеюсь, здесь все точно. Если ты обсчитался, я за последствия не ручаюсь. Окей, чудесно это. Просто чудесно. Эти кристаллы пойдут на отделку твоего кольца, когда мы разберемся еще с парочкой заданий. Кровь Террен Крова и кристаллы, которые ты собрал, помогут мне обнаружить нашу цель. Пойдем со мной. Как только скажешь, я проведу ритуал магического зрения, а ты будь готов ко всему. Да я всегда здесь готов ко всему. Давай, читай заклинание. Следуй за мной. Хорошо, не вопрос. Мы должны действовать быстро, как только найдем Гул'дана. Ух ты. Мои глаза открыты. Ван Шалах, о Майшис Кастолим. Давай. Давай, где же ты? Стоп, вот оно. Что это? Прячется, развеял мое заклинание. Герой, гибель Террен Крова встряхнула его. Отлично, но теперь он знает, что мы уже близко. Нам надо больше силы. Окей. И чем я могу помочь? Гул'дан сопротивляется моей магии, Эмиль. Скрывается, подлец. Но ничего. Мы на него управу найдем. Я знаю, как увеличить силу и радиус действия моего заклинания. Дракон-беглец. Готов поохотиться на драконов? Бронзовый дракон освободил Гарроша адского крика и принес его в этот мир. Его имя Кайро Здорму. Он беглец из Азерота. Пора его выследить. Его присутствие пропитана вся эта линия времени. Если бы я только добрался до него, живого или мертвого, то смог бы настроить свою магию на эту эру Дренора. Нам потребуется помощь дружественного бронзового дракона. Вернее, драконихи. Я найду ее и буду ждать тебя в Награнде. Встретимся на перекрестке к северу от круга испытаний. Мы найдем этого дракона во что бы то ни стало. Окей. Так, а меня в Награнд никто, да, не это не отправит. Ну ок, что ж, придется мне все-таки самому туда вылететь. Как я могу туда вылететь-то? Парам-парам-пам-пам. Ага, сначала сюда, а потом мне придется, блин, походу крутить педали к себе в гарнизон, поскольку именно оттуда у меня Привет. Есть возможность Что полететь в Награнд. Пара-пара-папа, где мой аванпост? Гарнизон, во. Счастливого. Поехали в гарнизон. Итак, вот мы и вернулись в наш гарнизон и обращаемся к Брону Небесный Рог, да, который может нас доставить до границ Награнда. Что мы, собственно, и делаем, друзья мои. Вылетаем прямым рейсом в Награнд. В Награнд. Не знаю, как мы будем лететь, но, скорее всего, не напрямую через море. А может и напрямую. Если напрямую, было бы замечательно, потому что облетать это слишком долго было. Мы так летели через Каргрон, возможно, даже в Тананские джунгли чуток залетели, а может и нет. Так, ну похоже, мы так не летим, а двигаем больше на пролом, так сказать. Сейчас залетаем в Шатрат. Вот, и двигаем дальше с Шатратом, летим на передвинуть фронт. Практически уже на месте.
Где мы там? Да, осталось буквально несколько секунд, и мы на месте. Так, сколько там еще двигать-то? О, какой-то квест внизу нас ждет. Или ждал. Ну ничего, я думаю, мы еще вернемся к нему. Может, даже и не раз. Итак, на грант прибыли. Замечательно. Куда же дальше? Дальше, похоже, на маунта и двигаем вперед. Давай, бежим, бежим. А кто у нас здесь? Или что у нас здесь? Ага, что непонятное. Ладно, пока трогать не будем. Мародер из клана Песни Войны. Ох ты. Надо же. Так, передвинуть фронт в Награнд. Они напали, словно из ниоткуда. Так, офицера явно терзает ужасная боль. Видно, что жить ему осталось считанные минуты. Песня войны, внезапная атака. Они шли в пылающий клинок. Они забрали чертежи. Жестко. И куда же дальше? Ладно, нам не остается ничего, как... Ого, 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 уходим. Уходим с дороги. Конечно, я их мог бы и остановить там всех, и, наверное, не только остановить, но и похоронить там. Но оставим их в живых. Пускай живут. Пускай резвятся. А может быть, даже и не смог бы я их остановить. Хотя, сомнения у меня есть. О, у вас тут оказывается отряд. Ну не вопрос, сейчас мы вам всем устроим. Давай, давай. Лежать, свободен. Ты туда же. Все, все отдохнули, все расслаблены. Идем дальше. Что там, песня войны, да? Тут бушует, я смотрю. Ох, впереди что мы видим с вами, друзья мои, это арена. Арена, арена, первая арена в The Burning Crusade, да, на которой мы все узнали, что ж такое вообще арена, которая была введена и появилась. Прикольно, очень круто. Я надеюсь, эти огры не будут меня атаковать. Верховный молот. Понятно. Парниша, здравствуйте. Мы вас не трогаем, мы занимаемся своими делами. Так, что у нас здесь? Могущество песни войны. Окей, я забегу и сюда. О, здесь тоже какой-то лагерь, можно получить чекпоинт на птичника. Это хорошо. Это хорошо. О, здесь Страл. Командир Амиль, хорошо, что ты здесь. Нам нужно о многом поговорить. Ситуация в Награнде ухудшается на глазах. Клан Песни Войны перешел к активным действиям. Хуже всего то, что Громаш назначил Гороша их новым вождем. Угу. Опять ленивые батраки. Сейчас нам представилась редкая возможность нанести клану Песни Войны удар в самое сердце. Мы... всецело полагаемся на твою мудрость и авторитет. Сейчас необходимо сделать важный выбор. Должны ли мы построить стойло или танковую мастерскую? Твое решение изменит весь ход кампании против клана Песни Войны. Строительство будет руководить Тазрил. Поможешь ему? Похоже, ему никак не удается заставить батраков работать. Хорошо. Я постараюсь это сделать, но немножечко попозже. Почему? Потому что у меня пока немного другие планы на Награнд. До Награнда я еще не добрался. У нас, блин, с вами еще пики Арака, да? У нас сколько там? Одна из девяти глав, да ё-моё, какой Награнд? Гаргронд мы сделали, то мы сделали, все мы сделали, а вот сюда еще не добрались. Ну ничего, рано или поздно обязательно с вами доберемся и сюда. И выполним всю сценарию здесь. Ух ты, а это кто? Хромии.
Амиль, Хроми согласилась помочь выследить нашего бронзового беглеца. Она может выглядеть миниатюрной, но поверь мне, она в сотню раз старше тебя. Так, похоже, Хроми напала на след. Нам кажется, что Горос проходил здесь, когда впервые прибыл на Дренор. Но что насчет Кайроза? Он должен быть рядом. Хроми подсветит улики. Обращай внимание на все, что покажется тебе ненормальным. Иди по следу на восток и вверх по горе, пока не найдешь Кайроз Дорму или его тело. Удачи тебе. Старайся выжить. След очень нечеткий. Сначала иди на восток. Ну хорошо. Хорошо, попробуем. Так, поехали. Собственно, небось, это и улика, да? И по следу таких временных аномалий. Ну, я думаю, это не тяжело пройти по следу до этих аномалий. Да, и учитывая, что они на карте подсвечены, но и коли они так, ух ты, кто это? О, я знаю, кто это. Так, понятно. Что у нас здесь? Понятно, нам можно никого не опасаться. Третья улика, где она? Третья улика должна быть где-то здесь. Опять 25, а? Да ты мне надоел. А что у нас? Убить Горенское камнезубище. И где оно? Это Горенское камнезубище. Не совсем понятно. Заставить тебя пожалеть о том, что ты убивал живунов. Окей, и где ты? Их пока, наверное, надо еще покосить этих малых чуваков, чтобы вылезла эта тварь. Пока что-то я не наблюдаю ее. Что, тоже получить хочешь? Не вопрос. Всем выпишем. О, или может оно мне вот туда на мост нужно было? Не исключено. Полите. Где мой маунт? Погнали. Попытаемся на мостик забраться. А, ну, собственно, да, что я Децл не добежал. Бывает. Бывает. Итак. Смотри, руки Гороша связаны. Но он один. Когда же они с Кайрозом расстались? Так, похоже, мне дальше. Но есть предположение, что именно сюда мне нужно. Так как Горош отсюда вроде как спускался. Оу. Надо же. Затерянный во времени... Огр клана Гордуни. Хм. Свободен. Так, ну а мы двигаем дальше. Будем искать путь. О, похоже мне туда. Кто это? Это Кайрос, мы
маскировки. Гарош убил его. Но где же тело? Мы уже близко. Гарош убил его? Вот это поворот. Интересно, каким образом Гарош смог завалить дракона? Ну ладно, в принципе, мы тоже драконов выкашивали в свое время. Это он? Да. Вот последнее пристанище Кайраздорму. Преданного Гарошем сразу после прибытия на Дренор. Созерцай и мысли. Так, с этим разобрались. Как только они прибыли на Дренор, Гарош убил своего спасителя. Но он не довел дело до конца. Дух дракона все еще не упокоен. А потускневшая бронза. Сущность мертвого дракона просочилась в саму материю этого забытого света мира. Дух его тоже неспокоен. Чтобы присвоить то, что осталось от его сил, нам с тобой нужно закончить начатое Гарошем. Мне придется положиться на твои тактические знания и опыт, командир. Что ты предпочитаешь, напасть, встать в оборону или исцелять нас? Решение за тобой, сообщи мне, когда будешь готов, и мы втроем уничтожим Кайраза раз и навсегда. Ведь тебе не раз придется умереть в этом бою. Впрочем, ты ничего из этого не будешь помнить. Замечательно. Я буду наносить урон. Хорошо, я отвлеку Кайраза, пока вы атакуете. Если будет совсем плохо, я отменю ваши раны. Да я думаю, мы должны справиться. О, что он элемент. Три ляма. Ты больше не вождь, адский крик. Ты на свободе только благодаря мне. Ты жив только по моей воле. А теперь иди к своему отцу и объединяй орочьи кланы. Ох ты, мне, наверное, лучше тоже поддерживать на себе отхилку. На всякий случай. Воу! Так, скинул угрозу. Запущу отхилку. Выключу. Чего ты хочешь? Зачем тебе армия? Так, давайте я пока уничтожу вот эту ахинею, которая тут появилась. А элемент тем самым наберет агро. По крайней мере, я на это надеюсь. Ох ты, ё-моё. Получил я добротно. Давай, подходи, кто хочет получить в табло. Итак, 41%. Замечательно. Армия. Мне нужно бесконечно много армий. Столько, сколько миров во вселенной. И я буду бесконечен. Ух, опасен. Принял свою настоящую форму, да. Ну, хорошо, в ней ты, короче, и помрешь. В ней мы тебя и похороним. Не смог Гарош довести до конца. Начатое сами доведем. Не вопрос. Мы как раз специализируемся на убийствах. Оу, мама родная. Это что было вообще жестко, так он садил. А я могу застанить, интересно, Ивану? А, невосприимчив. Понятно. Твою за ногу. Ничего, у нас есть все время мира. Интересный вариант. Хорошо. С этим. Я понял вас. Ладно, будем. Будем аккуратнее сейчас. Если будет совсем плохо, я отменю ваши раны. Да, я уж понял. Так, значит, будем аккуратненько. Хотя, опять же, аккуратненько, это, блин, не про нас. Ты больше не вождь, адский крик. Ты на свободе только благодаря мне. Ты жив только по моей воле. Так, пускай наберет немножко агро. И объединяй орочьи кланы. О, я даже знаю, как сделать. Может быть, так можно? Хрен там, да. Еще ни на кого нельзя.
Печаль. Блин, еще и открыться не дали, а? Демоны. Так, давайте запустим отхил. Валю эту штуку. Ай-яй-яй, как просаживают. А эта хреновина, она походу уже не уменьшает, да? Да, действительно, она уже ничего не уменьшает. Зачем тебе армия? Надо только отхилиться, то я так и помереть могу. Так, ждем. Ждем пока. А ну, читанем. Может, у нас есть где возможность скинуть. Ага, хрен там. Нет у нас ничего такого. Даже близко нет. Ясно. Но ничего. Не будем расстраиваться. Нам, благо, есть чем заняться. Может, даже это и не благо ни разу. Мне нужно бесконечно много армий. Столько, сколько миров во вселенной. Запуск от хилки. Бесконечен. Даю. И активно его сейчас заливаем дамагом. Потом, в принципе, точно так же можем и скинуть все это дело. Ой-ой-ой. Девяносто 2% тормозим. Хотя, может быть, даже и не стоит тормозить, можно бить его. Удар. Так, 100 000, в принципе. Ну, я думаю, мы его одолели. Не с первого раза, так со второго. Получил он свое. Адский крик! Без меня! Победа! У тебя получилось! Ух! Дай мне одну минутку. Ух, это было просто невероятно, Милли. Пожалуй, ты величайший разбойник, плечом к плечу, с которым мне выпала честь сражаться. Ну, спасибо. Так. Освобожденная сила, ты более чем достоин награды, командир. Я закончу свои дела и вернусь к себе в башню. Встретимся там, можешь воспользоваться моим порталом так быстрее. Как прибудешь, напомни, и при помощи силы Кайроза и собранных тобой кристаллов я сделаю твое кольцо еще сильнее. Круто, круто, очень круто. Постарайся выжить. Мы справимся. Отправляемся, друзья. Отправляемся, и сейчас получим с вами колечко 680 уровня. А у нас, попрошу заметить, с вами 640. Созерцай и мысли. Я готов, Верховный маг. Расслабляйся. Теперь я знаю, как одолеть магию Гул'дана и найти совет теней. Но нам нужно больше силы. Нам придется вырвать артефакты из самого сердца Империи Огров. Я помогу тебе. Давай увеличим силу твоего кольца. Протяни руку и выйди на свет. Я готов. Прости, надо было сказать, что это тебя как бы убьет. Как бы убьет? Да ты прикалываешься. Как бы убьет. Здесь мы можем многое подчеркнуть. Итак, как самочувствие? Хочешь что-нибудь выпить, может? Хотелось сказать тебе, что теперь дела пойдут легче, но все только начинается. Мне придется попросить тебя отправиться в самое сердце Империи Огров. Да я за милую душу хоть на край света. Всем надерем задницу. Итак, падение Империи. Король-чародей Огров Император Маргок в совершенстве овладел магическими приемами, которые для нас пока недоступны.
Например, его скверноломы могут по желанию ослаблять или рассеивать магию, даже магию скверны. Если мы хотим найти Гул'дана, нам нужно выяснить, как они это делают, отобрать фолиант скверноломов у капитана его скверноломов и достать печать самого короля-чародея. Мне нужно выяснить, что ему известно. Да, Миль, это значит, что тебе придется напасть на клан Верховного Молота и сразить всех его защитников. За работу! Нехило. Наследие королей чародеев. Ого, и что, у меня небось нет возможности, да? А, нет, 24 из 25. Круто. Наследие королей чародеев. Более 1000 лет короли чародеев огров держали свою империю в железном кулаке с помощью разных артефактов. Доверенные помощники получали от императора магические самоцветы, которые позволяли им перетворять в жизнь его волю. Эти так называемые камни аннуляции до сих пор сохраняют свою силу. Их можно найти по всем владениям клана Верховного Молота. Иногда несколько сразу. Принеси мне 125 таких камней. Не расслабляйся, друг мой. Не все огры этого времени безмозглые амбалы. Некоторые из них опасно умны. Я заметил. Спасибо за инфу. Ай, стоять. Колечко надеть. Сюда. Сейф. Так, ну что ж. На сегодня, думаю, друзья, все. Мы можем смело отправиться в наш гарнизон. Набрали опять, получили кучу заданий от Верховного Мага, да? Ну и будем постепенно их выполнять. Не забывайте поддержать обязательно видео лайком. Тем, кто на канале впервые, обязательно рекомендую подписаться, чтобы не пропустить будущие выпуски. Всем спасибо за просмотр. Всем пока, друзья.